Всем привет! Я покажу один способ, как добыть вот такое дробленое стекло для кур, если вдруг понадобится кур вам стекло дать. Смотрим. Вот стекло с легковой машины с двери. Это от Запорожца, наверное, я уж не помню. Может, от Жигулей, от классики. Завалялось. Не надо. Сейчас накроем, чтобы не разлетелись. И лупим. Все. Вот длинные стекла сразу отбирать надо. Оставить лишь мелкие. Можно еще подмельчить. А вот это надо рассыпать. Вот эти длинненькие можно убрать сразу, отложить. Надевайте очки на всякий случай, чтобы глаза не попало. Вот такое вот получилось. Теперь положу отдельные корыты. Они там будут ковыряться и выбирать себе кусочки, которые им больше по вкусу. Ну, по размеру. Большие-то они уж не будут глотать.